что нам понадобится? Нам понадобится с вами для того, чтобы вынуть магнитолу, да, вот, получается, я вынул раз заглушка, два заглушка, да? Вот они, получается, заглушечки. Вынуть их нужно, желательно, конечно, спецсъемничками, да, пластиковыми, чтобы ничего не поломать, то есть нужно куча наборов разных, чтобы подлезть. Снимаем вообще все. И тонкими, самыми мелкими мы поддеваем снизу, сверху, по бокам. Вот. Лишь только тогда вы сможете ее вынуть. В противном случае она вообще не вынимается. Очень сложно. У меня она сейчас не закреплена. Вот. И то. То есть сложно, да? Вот. Какого-то конкретного алгоритма по ее выниманию очень мало. Ее нету практически, этого алгоритма. Без потерь очень будет сложно сделать. Все равно ее вынуть очень сложно. Также, смотрите, если мы берем вот это вот, у нас выкручивается вот два болта, и вот она высвобождается. Отсюда не получится ее вытолкнуть. Вот эти два воздуховода, они мешают вытолкнуть ее сверху. Поэтому только вот отсюда снизу, отсюда сверху и отсюда сбоку. Просто так будет очень сложно это сделать. Я уже показывал и рассказывал, что нам потребуется. Итог. Вот это вот у нас антенна. Вот она находится. Я сейчас покажу. Так, Wi-Fi я уже тут снял для лучшего приема. Микрофон. Камера заднего вида. USB. И основной. Сейчас, секунду. А, и еще вот это у нас получается GPS. GPS-антенна. Это я уже показывал, да, я их замотал, чтобы вынать. Вот у нас получается магнитола. То есть камера. Здесь вообще вот есть полностью, для тех, кому интересно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все они подписаны. Вот они, можно почитать. Нажмите на паузу. Все прочтете, что здесь есть. Подключается камера. Вот я уже вроде как бы показывал видео, но многие до сих пор спрашивают, как ее подключить. Вот, ребят, у вас есть вот такой вот в комплекте переходник. На него также вешается канбус, да? Туарек это 5. Декодер. Без него не будет работать камера заднего вида, кнопки на руле и вообще будет куча ошибочек. Вот, подключается он в саму магнитолу, вот он. То есть здесь вы не перепутаете, да? Сюда, вот. И вот получается, что у вас остается. Это выхода на усилитель, левый AUX, правый. То есть нам нужно воткнуть вот это в магнитолу, в саму. А это вот штатная. У меня была штатная дельта. То есть вот это штатная фишка, которая вставляется в штатную магнитолу. Будь то Дельта, будь то RNS 510. Вот. Что у нас нужно? Нам ее нужно просто соединить. Вот. Все, ребят. Все. Магнитола подключена. Видите? Все. Ну, а это уже воткнуть нам сюда. Сюда вы ее не воткнете. Ее больше некуда. То есть самому не нужно никуда ехать. Вам самое главное, когда вы покупаете, в комплекте спросить вот такой вот переходник. Все. И мы его сюда втыкаем. Все, магнитола подключена. Вот это у нас получается. Это два USB, которые у меня уже выведены сюда наверх. Вот они. Вот. Так как у меня усилка нету, они просто у меня валяются. USB. Подключаем USB. Вот это GPS-антенна. Также я ее вывел сюда. Пока сюда, на крышу я ее не забрасывал. Вот она. GPS-антенна. Здесь даже еще тремовский скотч. GPS-антенна подключается. Вот это Wi-Fi антенна. Здесь еще был такой защитный колпачок. Черный, красивенький. Я его снял для лучшего приема. GPS накручивается просто. GPS подключен. Камера заднего вида. Камера заднего вида. Подключена. У нас еще есть радиоантенна. Подключаем. И остался у меня микрофон для громкой связи. Но здесь вот есть тоже микрофон. Вот он микрофон. Видим его. Отлично работает. Все. Магнитола полностью подключена. Просто ее вставляем. Единственное, видите, я пока еще намотал, потому что у меня еще будут доработки разного рода сюда. Вот, поэтому я пока ее втыкаю
Вот так, для того, чтобы ее можно было легко вынуть. Что у нас есть по магнитоле, да? То есть, если я вот недавно ездил на Touareg FL и трогал их, так сказать, новейшую, смотрим, один пальчик, второй, третий, четвертый, пятый. То есть, мы видим, да, мультитач присутствует. То есть, все вот это вот, я не знаю, видно, нет? Один, два, три, четыре, пять прикосновений. Все они двигаются, все четко, да? Просто мы ездили в навигатор на NF, та же Toyota Prado возьмем, да? То есть, как она это двигается, как вот этот сенсор работает. То есть, отвратительно, все не тактильно, все очень плохо. Погнали дальше. Навигация, да? Навигация. Так, окей, давайте попробуем вот, к примеру, вот так вот. Вот, мы ездим, нам неудобно, мы просто нажимаем, ну, я ее еще не вывел на главный экран, и, окей, Google я еще не включил. Включи Яндекс.Навигатор. Все, ребяточки, вот он поехал, то есть мне не нужно нажимать пальчиком, да, сюда тыркать. Вот, он просто взял и включил. Вот, при всем при этом, этот навигатор, допустим, погнали, да, что нам нужно? Мы ищем с вами адрес, нажимаем, ближайший Сбербанк. То есть, вот такого плана он сразу мне нашел, да, отмена. Или мы не знаем, к примеру, адреса, но знаем, допустим, Ашан, да, или Старик Хоттабыч, или вам сказали, ну, какой-то адрес, да, допустим, ну, пускай будет так. Сити Парк Град. Показывает фотографию, если вы куда-то едете. Вот, поехали. Три вида, да, три вида дороги, 52 минуты, 49, но платная, 44, платная. Какая из современных штатных магнитол может предложить пробки? Поиск не по адресу, а по, допустим, ну давайте так, Старик Хоттабыч, да? Давайте так, Старик Хоттабыч. Сейчас найду. То есть, помимо того, он показывает фотографию, да, где это находится. Вот, чтобы вы подъехали и все это видели. И, соответственно, размерчик тоже, в принципе, мне нравится, да, то есть видно все. И как работает, правильно? Попробуйте, вот я даже вот последний, просто вот неделю назад был в Туареге. Вот это вот проделать, вот просто вот так вот поделать, промасштабировать в FL. Вольсбург Эдишн, это была комплектация. Ехали мы в Архыз и по М4. Сверните на М4, ЕМ, то есть не М, не, ну то есть... Еле-еле кое-как говорил наш навигатор в дорогущей машине с современной магнитолой. Здесь у нас есть формат, допустим, мы можем скачать, вот Василий Уткин. Привет, это снова я, добрый, красивый Василий Уткин. Вот, Вера. Здравствуйте, я Вера Брежнева, и теперь мы будем проводить время вместе. Вот, то есть, что хотите, штурман, да, вот, допустим, давайте штурмана скачаем, я не знаю, что там за штурман, Панченко, какая-то тут Серебро, Артем Дзюба, Ольга Бузова, вот, Машков из World of Tanks, то есть, магистр Йода, Дарт Вейдер, то есть, ну, в этом плане, я не говорю, что это прям, оба, достижение, нет. Резина прогрета, готовьтесь к старту. То есть, в этом плане, все-таки, ну... Вещь будет. Интерфейс, ребят. Ну, вы видели, да, интерфейс, как устроена штатная, да? То есть, как это все выглядит, какие там стрелочки, какие там здесь интерфейс, да? То есть, как все это показано, как улицы показаны, речки и все остальное. Загрузка карт. То есть, ее можно офлайн все загрузить, у вас будут все карты. Причем здесь 32 гигабайта, этого все позволяет. Обратные, так, штрафы, мои поездки, загрузка карт. А, вот, настройки. Да, то есть дорожные события он показывает, где пробки, где аварии, даже в каком ряду и когда вам надо перестроиться. Карта, интерфейс, пожалуйста, мы вид карты, у меня сейчас стоит схема. Давайте нажмем спутник, пожалуйста, вот нам спутник. Я понимаю, сейчас просто день, была бы ночь. Включаем спутник и, пожалуйста, мы видим вплоть до каждого дома. В реальном времени подгружается. Я сейчас нахожусь на реке. Я далеко от города, поэтому, видите, он еще показывает
Вот так. И вот так. То есть леса. Я сейчас в лесу. Тут пару домиков у меня есть. Вот, а так река, лес, поля. Никого. Ну, так сказать, сказали изолироваться от коронавируса. Я и изолировался от него. Шутка, конечно. Но, тем не менее, интерфейс карты и все остальное. Ну, просто правда. Вот сейчас у меня работает интернет. Интернет здесь очень слабенький. Парикмахерские, парковки. В этом плане, ну, ни одна дорогая магнитола этого нам не позволит. Скорость воспроизведения видео. Мультики. Ну, возьмем, давайте, вот у меня здесь есть полнометражный мультик. Мадагаскарские пингвины какой-то там из... Смотрим, как перематывается. 9 минут 56 секунд он перемотал и тут же включил. Еще 10. А мы, похоже, приплыли. Небо, Николаевич. Яркость. Походный режим. Громкость. Беленький и пушистый. 3, 5, 10, 15, 24 минуты. А ну, потише. Слушай, секрет. Порох, ты должен был... Включается моментально. То есть не подтупливает. Тот же самый брать, то Арек НФ или какой-то другой. Воспроизводит только с дисков мультики, клипы и все остальное видео. И как же оно тупит. И как же его сложно перемотать. И как же все сложно вообще управление этого видео. Вот. Здесь же это все происходит секунды. Хорошо, это вперед. А вот назад. 48 минут назад. Вот почти начало мультика я перемотал. Выходим, пускай это у меня... Давайте музыкальные клипы. Музыкальный клип. Я, кстати, сейчас включаю музыку в виде музыкальных клипов. Он все поддерживает. 3 минуты. Перемотали. Весь клип перемотал. Яркость. То есть музыка играет клипы. Постоянно клипы, музыка и все остальное. Очень удобно. Очень редкая модель штатного головного устройства сможет поконкурировать с этой бедовиной из Китая. Поддержка всех носителей, да? То есть у нас поддерживается USB. Флопик на терабайт сюда можно воткнуть, и он показывается. Ну и через картридер можно воткнуть вообще все. Опять-таки мы можем подключить к нему внешний CD-ROM через USB. Можем смотреть DVD-диски или там какие вам нужно. Радио, ребят, я сейчас нахожусь, вы видели, да, уже, что я нахожусь в глуши. Здесь радио очень сложно берет. Я включаю онлайн-радио и включаю, ну, мне нравится рок. К примеру, максимум. Который здесь. Ну это да, но если ты хочешь за нее заплатить, как за девушку, то... Если она хочет, чтобы ты как раз это не сделал? Слушай, я с такими не встречался. Ну ладно, мы тут включили. Давайте рекорд. Я просто хочу сказать к тому, я сейчас нахожусь в одной из деревенек, которая находится под Старым Осколом, и даже в самом городе Старый Оскол, да, нету Максимума, нету Рок-ФМ, нет Рекорд-ФМ, русского рока, нашего радио, там есть пару каких-то там своих радио, вот, которые не ловятся. Я через интернет могу поймать, это вот мы сейчас включили рок, есть поп, можно избранное, танцевальное, релакс, ретро. Допустим, мы включаем ретро, а здесь, ну, просто неимоверное количество ретро. Потом идет шансон, которого тоже я, к примеру, житель из Армении, да, я приехал из Армении, я не хочу слушать что-то. Я хочу национальное радио, которого по факту в России нету. Я включу, я буду слушать Армению. Казахстан, Америка. Я буду Нью-Йорк слушать, что угодно. То есть в этом плане... Лесом курит простое вот это моно-радио. Интернет рулит, и даже за городом рулит. А вне города, в тот же Архыз мы ездили, и в Сочи куда угодно. Когда я выхожу на М4, там ловит максимум авторадио, какое-нибудь местное радио. Так что для города вот этого в этом плане супер. YouTube. Самойлов Иван. И вот, пожалуйста,
Помните это видео? Здоров, Ютуб! Всем доброго времени суток! Меня зовут Иван. Я занимаюсь пока и в основном машинами. То есть в городе заскучать не получится. Можно ребенку включить их и любимых блогеров, да? Сейчас все дети смотрят блогеров. Вот, можно самим что-то посмотреть, что-то послушать. То есть в этом плане, ребят, мне очень нравится. Вот, камера заднего вида, да? То есть помним, да, камеру заднего вида. Я ее уже устанавливал. Как видно. Кстати, машина не заведена, но вот у меня руль, да, я могу сейчас... Видим, да, как... Не могу, не выпрямлю уже. Вот, то есть шкала показывает, надо завести и... Ну, давайте. Нет, я на газоне стою. В общем, дело в том, что вот как видно здесь, сзади стоящую машинку, и как видно ее... Вот она. То есть у меня сейчас сложное сиденье, вынуто из заглушки, видно левую и правую фару, задний фонарь. И через стекло, вон, видно немножечко Outlander. Вон он, да? Ну, как видно, вот в эту камеру все-таки. Это камера с небольшим, так сказать, ночным видением. То есть там, где не видит глаз и не видно в стекло заднего вида, я хотел еще показать вам, ну что, информацию. То есть очень многие спрашивают, что за магнитола, как за магнитола, что у нее есть. Здесь есть 8 ядер. Имя устройства Т8, модель Т8, производитель Alwiner. Вон доска, GSM, ну это все ерунда. Android 8.1, тип процессора 32-битный. Получается оперативная память 2 гига. Так, это у нас камера заднего вида, 5 мегапикселей задняя. Температура, датчики, программы, тесты, Bluetooth, Wi-Fi. Кстати, могу раздавать Wi-Fi. У вас есть интернет и у вас есть Play Market. С Play Market вы можете скачать что угодно, любую программу. Кнопки руля, контакты. То есть туда забиваешь контакты и голосом я говорю, кого набрать, он звонит. Позвонить Ирина. Кому нужно позвонить? Все. Он включает единственное. Он сейчас, видите, как он быстро все это распознает, все мои слова, которые я говорю. Под диктовку может. Кому звонить? Трубочка, все. У меня просто сейчас в телефоне, ну, не забитые номера. То есть сюда можно скачать. И он звонит. Он спрашивает, с какой сим-карты. И тут же подключается по Bluetooth к моему телефону и звонит. Музыка, музыкальный проигрыватель. Давайте музыкальный проигрыватель. Вот это один из тех, которым я чаще всего пользуюсь. Плейлист, песни, исполнитель. Ну, то есть набираешь, как интересно. Пускай будет Кейси. Вот, я выбрал режим вождения. Вот это все кнопка, вот эта часть. Вперед, это кнопка назад, это кнопка пауза. Вот. Если мне надо перемотать. Вот эта шкала для перемотки. Громкость. Есть также вот она клавиша, клавиша на руле. Очень, очень удобно. Не то, что мне там где-то маленькое что-то где-то перемотать. Вот прям супер удобно. Сюда также можно загрузить какую угодно вам фотографию, либо кучу всяких скринов скачать. И здесь будут вот эти три кнопки, перемотки и пауза. И фотография, либо какое-то там слайд-шоу идти, или чтобы что-либо еще. Ну, то есть супер. Супер проигрыватель, мне очень нравится. Есть у меня, я уже вывел, допустим, вот клавиша «Дом», да, это Navitel. Navitel. Здесь установлен Navitel уже с лицензией. Можно установить дом, работа, там, подруга, любовница, что угодно, ребят. Я нажимаю дом, и все. И мне уже не надо ничего. Я еду дальше, продолжаю слушать музыку. Он автоматически включится уже, где бы я ни находился, и включит маршрут домой. Вот, опять-таки, да, показывает, где я, строит маршрут. И вот уже поехали. То есть маршрут... уже готов. Да, интерфейс не очень, конечно, но это же Navitel. Что у меня есть еще здесь? Я сюда скачал. То есть приложение вы можете скачивать абсолютно любое. Радио, телевидение, Bluetooth, всякие эквалайзеры. Есть HUD, то есть кренометр, часы, спидометр, авиагоризонт. Куча всего, всякая ерундовина. Спидометр можно от любой какой-нибудь машины цифровой, зеленый,
арка какая-то, Кадиллак, пожалуйста. То есть все это сюда скачивается. Также можно BD, OBD-2, да, наш сканер. Сканер автомобильный, который просто подключается по Bluetooth, и сюда выводятся ошибки, давление турбины, масло, температура. Ну, все сюда можно вывести. То есть любую программу, какую вам хочется, выкачаете и устанавливаете. То есть, вот, пожалуйста, там, закрыть сканер, да? То есть он просто сейчас искать, сканер не подключен. Датчики, ошибки, то есть он все показывает. Супер. Есть вопросы, ребят? Остались вопросы? Пишите! Кому было интересно, ребят, кто досмотрел до сюда, пишите мне свои комментарии, задавайте вопросы, я постараюсь ответить всем. Самые интересные, самые пролайканные комментарии я постараюсь ответить в видеоформате. Короче, старайтесь не болеть. Пока, ребят.